Всю неделю коммунальщикам предстоит вести работы по благоустройству своих территорий, приводить в порядок дороги, дворы, скверы и памятники. Уже на следующей неделе город ожидает первый в этом году субботник, в котором будут внесены некоторые изменения. Директора управляющей компании, выходите на субботник, ставите скамейки, лавки, то есть выполняете те мероприятия, которые у вас прописаны по пятилетке благоустройства, обязательно присутствуют директора. То есть не присылают там мастера, дворника или еще кого-то, присутствуют лично сами. Управляющим компаниям также добавятся мероприятия по весеннему осмотру домов и созданию внутриквартальных парковок. Прошлая неделя оказалась в принципе безаварийной. Всего было зарегистрировано лишь несколько отключений. В целом ситуация очень стабильная, учреждения социальной сферы получали теплоноситель в полном объеме, в соответствии с нормами Санфина. Внимание на штабе уделили вводу в эксплуатацию нового водовода «Горка». Сейчас на нем работают специалисты водоканала. В настоящий момент ведутся работы по восстановлению работоспособности водозабора «Горка». Сроки я не могу сказать, но запущен однозначно он будет, и работоспособность будет восстановлена. Кепаренко Чемайкин, Анжелика Боровинок. Наше время.